Друзья, доброго всем дня. Перед вами лохматая душа сверху, чтобы вы могли оценить, какие проблемы у нас самые большие. Это нет крыш. Мы совершенно не защищены ни от дождя, ни от снега. И животные мокнут. Если можете, мои хорошие, помогите купить железо. Я вас очень прошу. Помогите купить доски, помогите купить профиль. Помогите купить утеплитель на будке. Впереди зима. 100 страшных дней холода. Плюс дождливая погода. Это Россия. Вы сами понимаете, как тяжело нам здесь выживать. Но гораздо тяжелее выживать бездомным. Я прошу вас, мои хорошие, отзовитесь. Отзовитесь, я призываю вас. Призываю и взываю к вашим сердцам, к вашей доброте, к вашему милосердию. Взываю, друзья, и благодарю. Благодарю всех, кто отзовется. Прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Помогите нам встретить зиму во всеоружии. В приюте сейчас просто жутко сыро. Сыро, потому что везде лужи. Нам очень нужен гравий. Мы не успеваем. Нам очень нужны доски для утепления будок. Я прошу вас, мои хорошие, отзовитесь. Этот ролик – это призыв к строителям, ко всем, кто может отозваться и помочь нам. Самое страшное. Сегодня мы раздаем последний корм. У нас осталось 24 мешка корма, и этот корм у нас уйдет сегодня. Останется пару мешков для малышей. На завтра корма нет. Мы до последнего просим, 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 а потом просто объясняем. Все, мы дошли до точки. И я прошу вас, пожалуйста, услышьте нас. Любой из вас может приехать к нам, любой, и убедиться в этом. Мы едва выживаем, едва. И выживаем благодаря только вам и вашей помощи. Прошу вас, если у вас есть капля сострадания, отзовитесь. В такие холода голодное животное – это зверство, это издевательство над природой. Я прошу вас, зная, что 1500 животных у нас без корма, вы сможете спать спокойно? Я надеюсь, что нет. Отзовитесь. Вас так много, а лохматая душа у вас одна. И дай Бог, чтобы мир этот был к вам так же добр, как вы к нему. Спасибо вам всем.